Дети – самые уязвимые участники дорожного движения, а когда они находятся в салоне автомобиля, их безопасность целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно об этом напоминали водителям участники профилактического рейда «Маленький пассажир – большая ответственность». В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД вместе со своими юными помощниками, ребятами из Видновского художественно-технического лицея, вручали автолюбителям информационные листовки. Вот, она как раз напоминает, какие виды кресел, как они у нас подбираются при возрасте ребеночка, весе его и росте. Детки сами нам помогают, то есть они сами, скажем так, просматривают какую-то определенную дорожную ситуацию. То есть, соответственно, они подходят к водителям, общаются, разговаривают с людьми, соответственно, вручают определенные листовочки с определенной тематикой. В акции также приняли участие представители Союза безопасности дорожного движения Московской области. Мы участвуем в таких акциях для того, чтобы донести детям, что безопасность – это превыше всего, чтобы они обязательно соблюдали правила дорожного движения, дабы не попасть в какие-то неприятные ситуации на дороге, чтобы они были в курсе всего, что всех мер безопасности дорожного движения. Участница акции Ира Костова на отлично знает правила перевозки детей в автомобиле. Не раз помогала младшему брату пристегнуть ремень безопасности. Его, когда перевозят на машине, пристегивают к креслу безопасному. И когда один раз дядя вез его мой, и очень резко затормозил, то малыш не врезался в сиденье, а остался на сиденье. Стоит отметить, что ребята хорошо знакомы с другими правилами дорожного движения, в том числе безопасного перехода проезжей части. Сначала надо посмотреть налево, потом направо, дойти до середины, убедиться, есть ли машина, едет ли она или нет, а только потом переходить дальше дорогу. Я хожу один в школу, и чтобы мне пойти в школу, надо переходить дорогу на светофоре. Когда я перехожу, если я еду на самокате или на велосипеде, я встаю с него. И часто вижу, как, например, через дорогу либо едут на велосипеде и самокате, либо просто на красный цвет, когда машины едут, быстренько перебегают. Оставшиеся листовки школьники взяли с собой, чтобы раздать родителям, друзьям и ученикам других классов Видновского художественно-технического лицея. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.